И всем привет, с вами я, Олег Сандерсов. И сегодня я играю на сервере скилл игроков. То есть здесь есть профессионалы, которые круто играют, в общем. И сегодня мы в общем в это все поиграем. И в общем мы начали уже. Здесь играют, мы играем 5 на 5. Ну, вообще да, 5 на 5. Так, ладно. И я не знаю, что это будет. Турнир, не турнир, но это, наверное, будет типа турнира. Ну, типа, пригласить. То есть, за меня играют из скилл клана или банды. И за них тоже. То есть, меня просто пригласили сюда проверить, реальный я профессионал или нет. В общем, сейчас все посмотрим и увидим. Так, ну, пока что все идет круто. Смотрите. Всех вроде убивает. Так. Так, ну, я пока что убиваю нормально всех. Мне так кажется. Так. Сейчас попробуем убить их. То есть вот игра здесь скилл. Если я выиграю, то я могу или сервере, так как этот сервер работает с паролем. То есть это какой-то такой сервер, на который нельзя зайти обычным игрокам, типа. Ну, вообще, который не умеет играть. Но я, видимо, зашел. Потому что я пообщался по скайпу с главным админом. Он сейчас в игре. Его зовут Скилл. То есть он даже может сказать то, что... Кидаю гранату. Скилл. То есть... Кидаю так. Гранату. Я один только здесь без клана. То есть я вот играю и все здесь со скиллами. Так. Ладно, сейчас попробуем поиграть. Так, идем. Ну не знаю, я пока что никого не вижу. Так, не все видно вот. Да, я его вижу. Так, ладно. Что получится у меня, давай. Ну вот, короче, они сидят, я убил. Я их убил. То есть для меня это очень даже просто, они не такие уж профессионалы. Как я вижу. Даже вот его бомбу поставили. Валяется бомба. О, конечно, круто они стреляют. Ну ладно. Ну да. Так, ну все, я победил, в общем. Я убил последнего игрока. Это видно по счету. В общем, как-то так. Команда. Ладно, давайте, давайте. Так, играю я сегодня на карте The Inferno. И, в общем, будет все круто. Так. Идем мы просто сейчас просто такое. Кидаю гранату. Так. Да, все. Ну я тоже мастер тут играть-то. Так. О, сам прикол то, что на этом сервере нельзя микрофон включать. То есть здесь это запрещено на сервере. То есть это как-то бан типа микрофона, то есть новый микрофон, такой плагин есть для сервера, то есть ты нажимаешь кнопку микрофона, а он не работает на этом сервере просто. Да и в чат, в общем, никто вроде не пишет, так как мы играем сегодня в CS Source, не в CS GO, не 1.6, и я решил поиграть именно в эту версию игры, и пока что наша команда выигрывает, да. Вот интересно, я бы победил их, если бы я играл один. Вот этого я не знаю. Так, ладно, сейчас попробуем все. Так, я бомбу заложил. Ну, я не знаю, сейчас они будут ходить-то здесь или как. Должны, по идее, бегать-то. Да. И вот я последнего убиваю. Это было круто, ребят. Ладно. Давайте, ребята, эти как они, скиллы. Или как? Играем вроде 5 на 5. Я не знаю. Я хотел своих друзей пригласить, но они сказали, иди поиграй сам сначала. Ну вот я так играю, что даже затащил команду, это, конечно, очень круто. Так. Кидаю гранату. Кидаю гранату. Так.
Так, разбил вазу эту. Так, одного уже убили. Так, ну вот враги. Да, через стену круто играют. Интересно, у него ВХ или АИМ? Или он без читов играет? Но я сейчас без читов. Видите, что я моего экрана, то есть мы сейчас включим ВХ и АИМ. Не знаю, если бы я включил ВХ и АИМ, то я бы все сразу за одну секунду сразу себя по хэдшотам убил. Так, вижу то, что здесь по карте. О, все. Двоих убил хэдшот. То есть даже без читов могу убивать всех. Так. Ну дальше что? Так. Ладно. Да, все. Одного убиваю, хэдшоты, все. Готов. Так. Дальше что? Пошли. Так, давай. Должно сейчас повезти мне. Так. Вот видите их ник, вот он. А, вот. Кидаю гранату. Играю здесь. Оу. Кто-то флешу закинул куда-то. Кидаю гранату. Самый прикол то, что на этом сервере полностью русские команды, то есть, переведенные. То есть, выглядит, конечно, это круто. Крутой сервер. Мне нравится. То есть он никакой там, без музыки, без ничего. Просто для турниров или просто, я не знаю, для чего. Просто, чтобы поиграть с друзьями. То есть, без ничего, то есть не написано онлайн-админов, ничего. Тут нету ни ВТ-бана, никого. Просто сервер, на котором русские команды и ничего больше нету здесь. Так, я никогда не играл с полным сервером профессионалов. Конечно, круто. Но, видимо, я их могу всех убивать. Опа, активировано! Я вообще думал, то, что они меня убивать будут, потому что я ведь один, а их-то сколько там, 5 человек. Так, ну, видимо, нет. Видимо, я здесь один профессионал из всей команды. Так. Выдвигаемся. Сам прикол то, что на этой карте, если вообще по идее на всех серверах стоит 3 минуты, ну, по идее должно быть, или 2 минуты, на выигрыш команды, то здесь стоит 5 минут. То есть, есть время, чтобы там постоять, покемпелить там. Кидаю гранату. То есть время. Кидаю гранату. Так. А у меня калашка. Так, ладно. Ну, короче, их здесь нету. Так. Дальше. Кого-то кто-то убил. О, наша команда. Так. Ну, через стену он какой-то реально читер или не читер, я не знаю. Потому что смотрите, как он всех убивает-то. Все. Опа, активировано. Так, ну все, мы победили, в общем. Круто сыграли, вообще победили. Играем дальше. Перезаряжаемся и вперед. Так. Ладно, давайте последний раунд, и я сейчас перейду за КТ. Поиграю. Ну вообще здесь автобаланс, наверное, стоит на сервере, так что меня могут опять перекинуть на за команду Т. Кидаю за КТ, наверное, круче играется. Все-таки надо затучить. Выиграем-то уже. 7-0. Офигеть. Давай. Так. Ну вообще давайте доедем до десятки, поиграю. До десятка моя. Все, давайте сейчас перезайду за другую команду. Короче, перейти за команду не смог, подождите, еще проверю еще раз. Не, я не могу перезайти за другую команду, потому что вдруг админ может почему-то перекидывать. Ну и автобаланс тут корпорации. Так что 5 на 5 и все, то есть придется перезаходить что-то, но я так хочу, что набрал счет 8-0, ребят.
Лети, поиграем сейчас и все. Я убил одного гангстера. Отложим ногу. И прячемся. Давайте. Сдадите. А, ладно. Так. Давай. Видно по карте, то, что идут к нам двое. Как я вижу. Да, один вышел вот на карте, и второй вышел. То есть они друг за другом ходят. Так, уже кто-то кого-то убивает. Нет? А, это наши убили. Ну и все, скилл всех убил. Что прикольного-то? Так, ладно. Так. Выдвигаемся. Давайте возьмем гранату. И так, под дерево там кидаем гранату. Так. Идем сюда. Так. Бросать я гранату буду куда-то вот туда, в дом. Наверное. Кидаю гранату. Там будет, наверное, попроще. Кидаю гранату. Так. Ну, ладно, я пока что не буду кидать. Мне эта граната пригодится, наверное. Но я вижу, что у нас команда по-любому уже выигрывает. Наверное, все. Так, счет 9-0. Еще 10-й будет, если мы выигрываем 10-й. То есть вообще в чистую выиграно. Офигеть. Команда вроде профессионалы, а играть как-то не умеет. Только наша команда почему-то такая крутая, наверное. Так. Так, видно по карте, потому что их трое идет к нам, да? Так, трое. Одного я убил. Одного я убил. Одного я убил. Все, ребята, 10 раундов. Мы выиграли 10 раундов, ребята. И всего за 12 минут видео. И, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии под видео. Добавляйте меня ВКонтакте, ID 53 53 44 63. И, в общем, ребята, смотрите мои новые видео. И, возможно, я еще поиграю. Кидаю гранату. Ну, в общем, всем пока.